Менее полугода назад по инициативе руководителя страны в Кашкадаринской области был образован Кугдалинский район. Сегодня на этой территории ведутся масштабные строительные работы. В преддверии 31-й годовщины независимости страны ряд социальных объектов начал обслуживать население. Одним из первых социальных объектов Кугдалинского района, сданного в эксплуатацию, стала дошкольная образовательная организация на 120 мест. Современный детский сад «Махалле Олтенбошов» был возведен в короткие сроки. Здесь созданы все условия для гармоничного развития подрастающего поколения. В нашем районе происходят большие изменения. Население чувствует огромную радость. По инициативе главы государства у нас появилось уже 20 дошкольных образовательных организаций. Все делается во имя чести и достоинства человека. Вот и этот сад, а рядом школа, были заложены совсем недавно. А сегодня они уже принимают первых детей. Это большое счастье. В воспитательной программе детского сада учтено все. Можно сказать, что здесь разработали специальную целую систему гармоничного развития. Различные развивающие кружки, уроки английского, а также сбалансированное питание для здоровья каждого ребенка. Впечатляет продуманная планировка, широкие светлые коридоры, большие группы, просторный актовый зал. Есть все условия и для игр на свежем воздухе. Главное, философия дошкольной образовательной организации – уделять равноценное внимание физическому, интеллектуальному и психоэмоциональному развитию ребенка. Мы начали строительно-монтажные работы 3 месяца назад и работали в 3 смены. Установили солнечные панели, видеокамеры, локальную котельную. Нам все время обещали благоустроить наш массив, но для этого не хватало средств. Но благодаря вниманию президента все кардинальным образом поменялось. За последние 2-2,5 месяца повсеместно развернулись созидательные работы. Народ доволен и благодарен. В Кугдалинском районе насчитывается 37 сходов граждан. Каждый из них в настоящее время получил новый гузар – здание для актива «Махалли». На развитие Кугдалинского района выделено 2 триллиона сумов. Запланировано сдать в эксплуатацию 159 километров дорог, проложить 50 километров водопроводных и 80 километров электрических сетей. Здесь также будут возведены библиотеки и спортивные сооружения.